Официальное открытие нового здания медицинского колледжа Нанапу, оснащенного необходимым медицинским оборудованием, где созданы все условия, позволяющие организовать занятия на высоком уровне, стало для студентов и руководства колледжа настоящим праздником. В приветственном слове директор колледжа Разия Магомедова выразила благодарность руководству города за внимание и поддержку в работе. Я думаю, что наш новый медицинский колледж, он, наверное, станет академической твердыней, колыбелью образования. Я очень на это надеюсь. Очень важно, какое образование будет заложено в стенах этого нового учебного заведения. Прежде чем приступить к традиционной части перерезания символической красной ленты, почетный гость мероприятия, директор комплексного центра социального обслуживания населения Ахмед Гаджи, выразил надежду, что в стенах нового учебного заведения студенты приобретут навыки высокого профессионализма и станут конкурентоспособными специалистами на рынке труда. Символично то, что именно в этом месте у нас в Азавирте было медучилище раньше. Вот оно как бы возвращается домой. Желаю вам, чтобы у вас все было хорошо, чтобы это училище развивалось, чтобы оно и умножалось. Двери колледжа всегда открыты для тех, кто хочет получить современное образование в области лечебного, акушерского, сестринского дела и стоматологии ортопедической, где также имеется хорошая материально-техническая и методическая база, отметила в завершении директор колледжа Разия Магомедова. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».